Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение House Flipper. В принципе, ничего у нас не изменилось. Пойдем, посмотрим дом торговца, который мы купили в прошлой серии. И посмотрим, что с ним можно сделать, чтобы его продать. Проданная мебель плюс 403, перейти к дому. Я думаю, что в этой серии мы с тобой его отремонтируем, чтобы он такой, это, более человеческий вид имел. Отмоем весь его. Опять же, для этой же цели. И продадим. А в следующей серии мы начнем с тобой делать вот что. Мы постараемся выполнить задание. По парочке заданий будем выполнять, чтобы приближаться хоть чуть-чуточку к цели. Давайте потише сделаем, а то больно очень громко шумит вода. Да, вот так вот вообще отлично. А то я не знаю, у меня иногда получается как-то звук сам как будто бы прибавляется, я ничего вроде не трогаю, а он хренак и прибавляется. Сидишь, оп, и прибавился. Ты не трогал его, а он взял и прибавился. И ты начинаешь глохнуть. Вот. Так что так вот и живем. Предыдущая серия была абсолютно такая, знаешь, неправильная была серия предыдущая. Я был очень уставший, хоть я и сейчас не сильно отдохнувший, но все же тогда я был вообще умудоханный в края просто. Я приехал с работы, я думал, что я сейчас запишу быстренько две серии и отдохну. А получилось, что я вроде как записал, а потом начал смотреть эти видео, которые я сделал, когда уже отрендерил, выложил. Думаю, дай посмотрю, хоть что я там записал-то. Сел смотреть, блин, такой негатив просто, реально, вот просто реально негатив. Я постараюсь, так больше я уже написал, не делать такие видео, не записывать в таком состоянии. Потому что. Хочется вроде записать, а понимаешь, что вроде голова-то соображает, вроде бы ты в состоянии что-то записывать, но вот говоришь ты, относишься ко всему как-то совсем не так, как должен относиться. И получается вот такая вот ситуация. Также, если ты еще не подписался на мой канал, естественно, подпишись, поставь лайк сейчас, не поленись, просто вот так вот мотни, если ты с телефона, потому что большая часть людей, которые смотрят меня, они смотрят с телефона. Нажми назад или там переверни, если включен вот это вот автоматический поворот экрана, и нажми на вот этот пальчик, который вверх смотрит. А то я смотрю, блин, меня... посмотрел, там 50 человек, 3 лайка поставили. Ну что это такое вообще? Ну, вообще ни в какие рамки. 50 человек и 3 лайка. Это как будто бы вам вообще лень пальцем шевелить. Ну так не делай, ребят. Ну прям вообще реально. Ой. А почему здесь у меня это? Открылся, как его называют, шланг. Что случилось такое? А! Вот тут вот улица считается, я понял. Хотя там еще одна комната, считай, получается, да? Да. Странно, что эта комната не считается улицей, а та комната считается. Ну, интересненько. Тыки-тыки-тыки-тыки. Так, здесь вот где-то тоже грязюка. А где она есть? А, вот нашел. Всю грязюку нашел. Ну, потому что могу. Потому что мастер. Мне сказали, что я смотрю в камеру, когда... Ну, как будто бы смотрю в камеру. Хотя не смотрю в камеру, это не очень, ну, не очень правильно как-то смотрится и выглядит. Я что могу сказать? Я камеру вон туда поставить не могу. Я... Если туда камеру поставлю, то ты будешь видеть просто меня в профиль, а в профиль не нужно. Ты и так стоишь у меня на 2 часа от меня. И то неудобно. Ты раньше вон там вон стоял, сейчас вон там стоишь. Так что... Поменять-то можно, конечно, все что угодно, это не обсуждается, но пока что такого не предвещается. Убираем, значит, мусор, убираем грязюку всю, которая есть в этом доме. Написали, что все плюшки, которые здесь были, это вот эта вот кучка денег, которая лежала в дымоходе. Да, это я не спорю, это приятный сюрприз, но я думал, прям здесь что-то прям такое, прямо, а тут оказывается просто.
Тут, оказывается, просто денежку положили. Тоже неплохо. Я не говорю, что это плохо, ребят. Спасибо. Пишите мне в комментариях, что там еще можно посмотреть, что еще нужно посмотреть. Я просто не настолько внимательный и не настолько погружен в игру, насколько мог бы быть погружен. И вы, так как эта игра вышла уже давным-давно, видели наверняка у кого-то. Да, я думаю, много у кого видели, потому что если вбить House Flipper прохождение, то можно увидеть кучу просто видео с прохождением этой игры. Там у кого-то по 20 серий, у кого-то по 30, что ли, даже серий я видел. Но это прям дельцы. 5 секундочек, сейчас я прям... Так вот, я вернулся. Вернулся и почти здоров. Немножко нос опять у меня заложило, еще не прошла у меня эта вся бодяга с носом. Я все время капаю. Ничего сделать с этим не могу. Сорняк. Да что ж такое, сорняки завелись у меня, сорняки, кошмар. Так, грязюк все отмоем, сейчас вон там он тоже отмоем. А вон-то тут не достает, представляешь, не достает прям чутка. Наверное. А может и чутка, а может и не чутка. Так, где здесь грязь? Где-то была. Где была, хрен его просыт. Вот тут и вот здесь где-то. Угу. И вот тут. Так, я так понимаю, все, весь дом у нас чистый, и грязи больше здесь нет. Осталось нам с вами покрасить какие-нибудь стены, да, и установить недостающую мебель. Давай установим мебель. Нам же это несложно. Стиральная машина. А почему она здесь стоит? Тем более в шкафу. Здесь же шкаф. Я думаю, что это не очень правильно. Хотя, какая разница? Дело наше... сделать ремонт. Машина. О-о-о. Постельная. А, постельная. Это цвет. Встраиваемая посудомоечная. Винтажная машина, вмонтируемая. Да, вот эту купим. У нас денег пока много. Мы можем себе позволить купить и такую машинку стиральную. Устанавливаются они один хрен одинаково, поэтому никаких особенных различий мы не увидим в их установке. И, собственно говоря, ради того, чтобы побыстрее установить, нам экономить нет смысла. То есть сэкономить 7000 этих рублей, а по итогу-то... По итогу что? Получить то же самое. Не знаю, здесь как в The Tenants кто-то реагирует на цену дома, на цену как ее, мебели, которая в нем установлена. Или же нет. Я думаю, должны. Но, блин, зачем-то здесь ценники тогда есть. Просто иначе-то вообще в них смысла нет никакого в этих ценниках. Вот вообще не пришей кобыле хвост стоит, правильно? Вот, ну смотри, вот, ну к чему она здесь стоит? Ни к чему. Давай продадим вот эту вот ерундовину всю. И вот сюда поставим шкаф, какую-нибудь полочку. Вот сюда поставим еще рукомойник. Или... А почему здесь раковина стояла? Здесь же даже воды нет. Сантехники какой-то вообще. Сан-присоединения вот этого нет. Как сан? Водопровода, короче, нет подсоединенного. Давай... Блин, нет, давай просто, как мне там написали, продадим всю мебель, короче, все, вот давай последовательно делать. Здесь мебели нет никакой вообще, здесь тоже нет ничего. Вот здесь вот стол только стоит, и то какой-то грязный, старый и ненужный. Здесь тоже, в принципе, ничего нет. А где мебель-то тогда? А, вот. Или нет. Вот тут где-то стоит мебель. А, здесь вход просто через одно место. Вот это нам не нужно, это не нужно, и это тоже нам не нужно. Собственно говоря, давай двери тоже продавать. Ну а зачем они нам нужны? Двери очень стесняют пространство и, собственно говоря, зажимают нас в себе. Двери не нужны. А камин нам нужен, нет? Камин оставим пока что. Камин пока нужен. И начнем, как бы, что мы делать начинаем? Плитку давай переложим. Напольные покрытия. На пол, напольные покрытия. Плитки. На кухне какая должна быть? На кухне должна быть какая-нибудь красивенькая такая плиточка, чтобы ее прям приятная, чтобы она была, плитка. Вообще, по-хорошему, наверное, линолеум какой-нибудь нужно было бы положить на кухню, потому что ковры нет, ковры на кухнях — это ад. Это делать не нужно. Но получается только плитка. Плитка у нас будет вот такая для ванной больше подходит. Да это тоже для ванной подходит, только... Вот какую-нибудь мозаику, керамическая плитка, синие прямоугольники.
Это под кирпич вообще больше на стену похоже. Ну, давай тогда сделаем вот... Нет, это точно для ванной. Какой-нибудь плиточкой... какой-нибудь крупной нужно плиткой делать это все. Под металл вот такую вот можно было. А, это накладка на порог. Ну, давай вот эту фарфоровую плитку купим. Ну, прям как будто грязный пол стал, да? Нет, нам нужна светлая. Светлая плитка нужна. Белая полированная фарфорованная плитка. Да, пусть будет фарфорованная. Блин, а давай вот эту Нет, это тоже как грязная выглядит. Блин, может, все-таки вот тут? Ковровое покрытие, ковровое. Белые панели. Давай белые панели. Купить несколько. Вот такая кухня, она больше все-таки как-то выглядит более правильно. Я не знаю насчет вот стены. Вот здесь стена. Стоит ее вообще делать или нет? Просто как-то здесь вот этот переход, он вообще ни к чему. Полом, конечно же, все отделяется, но... Может, накладку на пороге здесь сделать? Или что? Или нет? Или да? А где накладка на пороге? Где она здесь была? Светлая накладка на пороге, накладка на порог. Вот такую... Нет, такую нет. Такая вообще... Вот такая вот. Купить несколько. Вот так вот можно положить? Вот. Мне кажется, вот это вот будет правильно. То есть из белого в серым в коричневый переходить. Бежевый, конечно, вот был бы вообще самое оно, но кремовый такой цвет. Вот такой вот цвет был бы для порога самое оно. Но, блядь, конечно, здесь все железное, но железным быть не должно. Но теперь у нас есть разграничение хотя бы какое-то, какое-никакое. Дальше что? Здесь, я думаю, что пол такой мы и оставим. Вот тут нужно что-то посветлее такое заделать, чтобы оно было вот, было прям как-то немножечко более радостным. Ковровое покрытие. И что мы здесь можем взять-то? Но если в целом посмотреть, то есть только белое покрытие ковролин вот такой. Но тоже не здорово. Я вот думаю, что это такого светлого можно здесь забацать. Можно вот такие вот панели под сосну сделать. И будет это, наверное, выглядеть так, как и должно было бы выглядеть. Ну, правильно, нет? Так, вот здесь вот... Во, аж прям глаза резать стало, очень ярко стало. Очень ярко стало. Но зато теперь светло. Я не знаю, зачем я вот тут все переделываю. Вот эта комната, она будет, знаешь, типа кабинета, наверное, все-таки. Гараж, ну гараж так мы и оставим. Вот эта комната вообще непонятно. Для чего здесь, скорее всего, либо мусорка, либо... Гипс, ладно, разберемся. Вот это все, это проходная, можно сказать. Вот это проходная, коридор. И здесь делать с полами ничего мы не будем. Вот плитку в ванной, естественно, мы переложим. Это вот ад просто для глаз. Хотя здесь разграничена зона душа, туалета, вот этого умывальника. Но это глупость, это тоже это ерунда. Нам нужно что-то такое, знаешь, такое эдакое. Нет, нам нужно не это, нам нужно сначала с полом разобраться. И плитка. Плитка здесь тоже должна быть светленькая такая. Не то дым, не сю дым, но не как у нас в доме в этом в первом вагончике. Давай вот такую плитку керамическую, серый квадрат. Нормально она будет выглядеть или нет? Да, слушай, она приятная достаточно. Так, ну давай теперь со стенами разберемся. К белому лучше всего подходит какой цвет? А хрен его знает, какой. К белому все подходит. Голубое больше всего подходит к белому. Ой, не то нажал. Стены и, естественно, краски. Или, нет, на стенную плитку давай посмотрим. Посмотрим на стенную плитку. Как в дурке мы опять делать не будем. Керамическая плитка зелено-голубой, это бирюзовый называется. Пороро-ро-ро-ро-ро. Вот можно было бы синие прямоугольники заделать. Панели, может быть? Ну нет, это больше на обои похоже панели. Это не для ванной. А что бы можно такого сделать было бы, чтобы...
Не знаешь? Я вот тоже не знаю. Молдинги — это тоже, это плинтуса все. А, плитка настенная. Я что-то даже не... Ну, давай вот тут попробуем. Как это выглядеть будет для начала? Давай вот эту стену заделаем. Очень темно. Очень темно. Не могу, нет. Прям не очень. Прям выглядит как будто бы... Ну, прям темно как-то. Не знаю, прям не по себе становится. Стены. И давай краску лучше возьмем. Краску. И давай какой-нибудь... Если у нас серо-белый пол, давай... Что бы такое сделать, чтобы прям вот оно выглядело-то по-человечески. Я что-то хочу светло-голубого засунуть туда. Небесную синеву можно, да, вот попробовать маленькую баночку купить сейчас. Я прям сейчас вижу, что выглядит это не совсем так, как я хотел. Слушай, сильно не ругайся, я просто хотел сделать красиво. Честно, очень хотел. Да и в целом-то выглядит неплохо. Но очень приторно. Я хотел сделать посветлее, а получилось сделать как всегда. Нужно разобраться, что нужно нашим покупателям, чтобы они у нас купили подороже. Эту домину, так как нам нужно все-таки зарабатывать деньги, мы здесь не на благотворительность работаем, верно? А что это у них упало все? Что это у них упал рейтинг? Ну, прибранный домик. Ну, прибранный домик, а дальше что? Краска с банкой. Банк с краской кончилась, представляешь? Давай купим маленькую банку еще одну. Ой. Нажмем сюда. И это дело продадим. Так как оно нам не надо. А, ну и вот это тоже продадим. Это тоже не нужно нам с тобой. Парарарарам. Так, ну, выглядит так себе приятно достаточно, но... Ладно, посредственно выглядит, а не приятно. Полотенцесушитель. Вот, монтируем и полотенцесушитель. Купим сейчас. Поставим его в уголок. И установим. Я думаю, что мы в одну серию-то уложимся все дело, сделать ремонт в этом доме. Потому что она все-таки... Серия идет минут 40-45. А ремонт у нас уже длится примерно 15 минут. И хотелось бы все-таки уложиться. Я постараюсь. Раковина в сантехнике. Мне нужна сантехническая раковина. По типу вот такой. Вот мы с тобой вот такую вот покупали. И нам нужна... Ой, белая какая белая-белая. В серую лучше, да, все-таки в серую. Потому что она очень... Белая слишком приторно выглядит. Слишком прям... Угу. 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 Ну, в целом, да, в целом здорово выглядит. Ну здесь две раковины же. Все верно. Больше никуда не ставится, да? Ставится, но... Нет, туда не нужно. Здесь пусть стоит. Здесь у нас что? Здесь ванная, а вот здесь туалет. Ладно, давай начнем устанавливать раковину вторую. Ну что такое? Начинается. Вот почему? Вот почему она... Взяла и откинула меня. Придется мне ставить ее левее.
Вот сюда. Думаю, хоть здесь нам дадут, да, установить. Да, дали. Уже спасибо. Есть здесь маленькие недоработочки в игре в этой. Ну, какие маленькие. Это достаточно большая, крупная недоработка. Она не позволяет тебе установить мебель, которую ты хочешь, туда, куда ты хочешь. И хочет, чтобы... Игра хочет, чтобы мы установили туда, куда она хочет, и то, что она хочет. А я хочу свое. А я хочу то, что я хочу. Не сильно много мы потеряли, конечно. Но вот тут вот розетка, у розетки раковина, это вот не совсем уж пожаробезопасно. И для здоровья, и для здоровья это тоже не очень здорово. Может шарахнуть случайно. Ну, чутка прям так. Стуканет разок-второй, а потом уже будешь знать, что не нужно так делать. Сантехника. Здесь у нас ванная должна стоять. Ванная будет стоять вот такая. Вот, а, вот такую купим за 4000. Угу. А толчок у нас поставится? Нет, слушай. Сможем мы толчок-то влепить сюда? А то сейчас мы устанавливаем ванны, а потом с толканом что делать будем? Будет не очень приятно. Будет очень нехорошо. Все накручивается, накручивается. Что-то делается, блин. Так, так. Сюда, сюда. Задвинул, закрутил, задвинул, закрутил. Ванную задвинул. И туалет сейчас поставим. Где она там? Туалеты. Туалет поставим вот сюда. Вот такой серенький. Красота, красота. В целом, вот выглядит здорово. Мне нравится, как это выглядит. Ну и давай еще освещение сделаем. Потолочное освещение. Вот, наверное, вот в таком вот формате каком-то. Вот в лампочке, вот в такой. Хотя вообще по-хорошему нужна лампочка в ванной. Вот такие вот лампочки в ванной должны быть. Они небольшие. К тому же они... Криво сейчас будет стоять все. Ну а что поделаешь, здесь нет кнопочки такой, чтобы я вот взял и отмерил как-то, чтобы оно ровно все висело. Ну, где-то здесь. А это где-то вот тут должно. Офигеть, я, конечно, отмеряю. Здорово прям. Так, так. Во. Мне кажется, самое оно. Вот ванная освещается, раковины освещаются, полотенце сушитель освещается. Можно еще посерединке для пущего вот этого вот... Для пущей радости засунуть вот такой вот потолочный светильник. Я думаю, что вот хуже не будет ему точно. А, нам, точнее, от этого. Вот куда-то вот сюда. Во! Вообще теперь светло-светло в этой ванной. Мне нравится, когда светло в ванной, чтобы ты видел там, не захлебнулся, не вздохнулся, ничего не сделал. А что такое? Представляешь, нет светильника у нас в доме. Точнее, не то чтобы в доме, а вот в той комнате. Угу. А здесь вообще всего один. Ладно. Часть моих книг должна здесь поместиться. Книги будут вот здесь. Вот, дружище, ты ничего не это, не теряешь. А, здесь есть уже свет. А где он? Видать, где-то есть. Опять же, с освещением. Давай сразу здесь освещение сделаем, чтобы оно угловой какой-нибудь есть. Бра нет, бра нет. Потолочный, потолочный, только потолочный. Потолочная лампа, потолочная лампа, потолочная лампа. Лампа-штрих, люстра, 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 потолочный светильник. Я предлагаю сделать такое же освещение, как в ванной здесь. Хотя нет, как в ванной нельзя. А как быть? Вот такого же не хватит. Я 100% говорю.
Хотя он маленький, видишь какой? Давайте это здесь он будет висеть. Ну, мало света от него, конечно, мало, очень мало. Не очень мне нравится то, что сейчас сделали, но... Ладненько, давай перейдем к кабинету. Кабинет будем делать. Я думаю, что здесь особо много делать мы не будем с тобой. Мы сделаем кабинет, сделаем кухню и сделаем гостиную. Ну и гараж, в гараже что-нибудь переделаем, а в остальном, думаю, трогать ничего не станем. Ну потому что какой здесь смысл все это делать, если, ну, если нахрен это никому не нужно. Напольные покрытия и деревяшечка какой-нибудь такой эдакой. Кабинет мы сделаем в каком цвете? Вот, наверное, вот в палисандр. Если он сейчас не в палисандре, конечно. Не, сейчас не в палисандре. Блин, ну, прям диссонанс случается у меня в голове. Я не могу, я не очень. Нужно или различать, или вообще не трогать ничего и оставлять как есть. Нужно светлый, из яркого французского ореха. Купить сейчас. Во, вот так вот можно делать. А то получается, что здесь тоже вроде как темно, но совсем с другой картинкой. Как-то неправильно это все. Значит, смотри, что мы здесь со стенами делаем. В кабинете должны быть стены нейтрального цвета. В принципе, они здесь все нейтральные, но... Что здесь можно придумать? Настенные молдинги. Да не то, я не хочу вот это смотреть. Настенные панели. Можно было бы сделать из этого же французского ореха, но нет. Нужно что-нибудь такое вот. Типа... алебастровые линии. Давай вот такие вот панели сделаем. Белые широкие вертикальные панели. Купить несколько, положить сюда. Лишнее еще продадим. Думаю, нормально будет выглядеть, потому что, ну, почему нет? Светлое со светлым, в светлом фоне все это красиво выглядит. Лампочку, наверное, все-таки нужно будет еще одну присандалить сюда, чтобы она это светила поярче, а то как-то все равно темновато. Чего там шевелится все? С левой стороны я что-то вижу, что они там шевелятся. А что делают они там, я не пойму. Лишнее, говорит, продам. Лишнее не продам, лишнего нет. Сейчас еще докупать придется. Ой. Тихо. Зачем ты убрал? Ну, блин, осталось-то хрен, да ни хрена, может так оставить. Сборка быстрее, давай сборку быстрее прокачаем. Уже почти до конца навыка прокачался. Купить сейчас. Купить и... Так, взять. Тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Возьмем это. И сделаем вот так. Ты издеваешься? Ты сейчас серьезно? Мне двух не хватило панелек. Это прям досада какая-то. Это заговор. Это никак иначе, как заговор. Ой, извините. Не то сделал немножечко. Продать. Взять. Купить краску белую нужно. Откосы. У каждого окна должны быть откосы. И они все должны быть белого цвета. Несомненно, потому что, блин, ну какие откосы у окон не белого цвета? И где же... ты видел грязные откосы на стенах, ой, на стенах, на окнах. Понимаешь, нужно все покрасить в тот цвет, который вот общепринятым является. Сейчас мы возьмем белую краску. Эмочку, наверное. Все равно же продадим лишнее, если что. Красота. Вот там зеленое осталось. Угу. Какая красота все-таки. Вот кабинетик прям сразу преобразился. Не знаю, как кому, а мне нравится вот такой вот вид.
Ни к чему, правда, белый вот с этим, вот этим деревом, но если у нас было бы одного цвета дерево, это прям... Это прям колхоз был бы. Хотя здесь тоже колхоз. Ну а что ж поделаешь? Колхоз и в Африке колхоз. Такс. Здесь вот ни одной лампочки нет. Вот это вот неправильно, я считаю. Так, давай купим вот таких вот потолочных светильников белых. Купить несколько. Нормально, нет? О! Огонь! Смотри, как светло сразу стало. Везде такие светильники давай повесим. Ну а чё нет? Почему нет? Смотри, какие они яркие. Они яркие и недорогие. Во, смотри, как все красиво становится сразу. Как мне нравится вот это, а? Все. Так, а здесь, получается, вообще освещения нет. Но здесь можно... Здесь можно что сделать? Здесь можно пробежаться по освещению и сделать... Можно бра сделать. Но на кухне бра это прям не круто. Это для ванной комнаты. Да, здесь маленькие можно наделать. Здесь можно маленьких налепить. А какую мы покупали маленькую? Подожди-ка. Подожди-ка. Недавно купленные. Вот такую галогенную лампу купить можно. Эту же покупали-то, да? Или нет? Да, эту покупали. А это что? А, это краска. Купить несколько. Это, если что, это имитация звездного неба, не более. Поэтому так криво. А так я очень ровный, малый. То я все делаю так, как положено. Знаете? Если ты хочешь сказать, что здесь все криво, то нет. Тебе кажется. Здесь есть выключатель? А, здесь свет нет вообще, в принципе, да? Здесь его быть не должно было. Выключатель. Нужен выключатель. Выключатель. Элегантный выключатель, современный выключатель, стандартный выключатель. Вообще вот этот вот элегантный выключатель, он самое оно. Он как бы выглядит так, как должен выглядеть выключатель. И, естественно, включать свет мы будем вот здесь вот где-то. Опа. И все, смотри, как светится. И светло, и вся вот эта вот территория, она вся подключается, и все сразу светло становится. Можно вот здесь вот тоже эту шаболду удалить. И купить сюда такой же такой же светильник. Это про... Ой, один не надо покупать, было надо несколько купить. Где-то вот здесь. Вот здесь. Тихо. Надо было его вот сюда покупать. И вот здесь. Все, красота, да и только. Вот так, да? Нет? Вот так? Ну да, наверное, вот так. Красота, неописуемая. Или кривоват все-таки? Да, кривоват. Я поставил, повесил немножечко отсюда вот левее, чем положено. Поэтому вот так сделаем. Вот, вообще все, все, шикардос. Мне нравится. Осталось нам с тобой сделать вот что. В кабинете здесь нужно, короче, всю мебель сделать. Нужно всю мебель купить и все установки поставить. С кабинета начнем. Собственно говоря, батарея. Огонь, батарея. Огонь, батарея. А может, давай лучше сделаем следующим образом. Не по комнатам, а по установкам лучше. Сейчас мы сделаем батарейку. Сейчас мы сделаем батарейку и пойдем в другие комнаты батарейки вешать. Пойдем. Где батарейки нужны? Угу. Вот. Ты видел, с какой скоростью устанавливается эта батарейка? Ты видел?
Это прям офигеть. Смотри, с какой скоростью крутятся все болты. То бишь, в два раза быстрее, да? Там плюс 100% получается. В два раза быстрее, чем было раньше. Шалеть. Но это быстро, правда. Это прямо действительно быстро. Так, все батареечки мы сейчас поставим, чтобы в доме было тепло. Чтобы в доме никто не мерз. Так. Так. Здесь не нужно ничего. Это уже сад. Сад-огород нам тоже не нужен. Здесь тоже ничего не надо. А, ну в целом-то здесь нужна только ванная, получается, правильно? Блин, офигеть, какой скоростью все это происходит. Отвинти. Ты просто видел, нет? Чё тут? А, тут тоже надо открутить было. Так, и чё тут? Я здесь светильник не включил, светильник. Вот. Мы не будем париться, мы здесь купим вот эти вот потолочные, которые вот такие вот, галогенные. Купить несколько. 4 штучки повесим вот сюда. В этот угол. Ну и плюс-минус вот в этот угол. И все, и красота. И сразу все очень здорово выглядит. Вот здесь вот пятно черное. Ну и ладно, нам какая разница. Пятно и пятно. В Африке пятно, ничего страшного. Здесь душ можно установить. Душ. Давай, душ. Давай лучше вот так вот будем по категориям смотреть. Душ, естественно, мы ставим какой-то вот такой. Какой вот такой. Да? Да, вот такой поставим душ. Это же другой, я думаю, нам не пустят поставить. Другой нам нас выкинут за стенку, за какую-нибудь еще что-нибудь придумают. Ну, как всегда, короче. Туалет. Туалет, естественно, мы вот так вот берем туалеты. И берем вот это вот... Белый, ладно, вообще пусть самый нейтральный будет. Так, установить. Просто максимальная скорость. Охренеть, это просто прям класс. Прям реально очень все быстро происходит. Раковина. Так, а здесь что у нас? Полотенцесушитель. Ну, значит, раковину выбираем, какую-нибудь такую хорошенькую. Давай вот эту поставим. Нет, все белое тоже нельзя сделать. Вот серенькое должна быть купить. Угу, вот так. Место есть, здесь есть, здесь все есть. Это что такое-то? Ну. Я думал, опять не дадут установить по-нормальному. Ну, ты слышишь наверняка, как я там щелкаю мышкой. И слышал, сколько раз я нажал на эту мышку, чтобы он сработал. Ну-ка, где? А, вот он. Тык. Вообще огонь. Так, сушитель. Так не находит, да? Полотенце. Сушитель. Так это просто крючочки, это не полотенцесушитель. Мне нужен вот такой. Вот такая быстрая установка прям в радость, серьезно. Она прям доставляет удовольствие. То есть ты прям тыкаешь, она все сразу делает само. Красота. Так, закроем дверку. А, кстати, да, с дверьми надо разобраться. С дверьми нам нужно разобраться. Хотя бы потому, что у нас их нет. Кабинет будет для кого? Для человека. Для человека какого-то будет кабинет. Комната-то у нас не детская, ничего нет. Правильно? У нас же дом просто холостяка такого, знаешь, одного человека, который просто работает и живет где-то здесь. То есть у нас здесь есть гостиная, и есть кухня, и есть две ванны. Зачем две ванны здесь нужны? Я не знаю. Наверное, потому что так нужно. Наверняка, потому что ему было так удобнее. Ну, давай сделаем так. Что мы делаем сейчас? Мы с тобой делаем вот что. Давай сюда кровать поставим, чтобы мужик спал.
который будет здесь жить. Я думаю, что он тут и будет один жить, а не целой семьей. Мебель. Давай спальню объединим с кабинетом. Так, кровати. Какую-нибудь такую, чтобы она была не громоздкая. А то же ведь я тогда купил огромную кровать, а она не влезает никуда. Да вот эту купим. Пурпурный, клетка, белая постель и белая подушка. Орех нужен. Какой-нибудь орех купить сейчас. Наверное, как-то вот так. Вообще отлично. Отлично встал. Спальня — это то, что мне нужно, брат. Теперь я смогу спокойно заснуть. Да, ты сможешь спокойно заснуть. Удобная большая кровать нас бы порадовала. А вообще, знаешь, что можно сделать? Вообще, в этой комнате можно организовать спальню для семьи. То есть вот здесь вот можно сделать спальню. Типа у них есть свой санузел, здесь есть выход на задний двор. Это у нас общий санузел. Здесь детская. Хочу заметить, очень неплохо получается. И в жопу этот кабинет, правильно? Он нам не нужен. Вот сюда вот нужно поставить, значит, эту... Мебель для... в детскую. Темный столик, светлый столик, широкий узорчатый гардероб, деревянный стеллаж. Можно забубенить светлый комод вот такой. А можно... Что я сейчас сделал? Подожди, назад. Не настолько же назад. Мне нужна детская комната. У нас первым самым претендентом на покупку этого дома является семья. В семье должно быть что? В семье должна быть детская, взрослая и средняя. Узорчатая. Так, вот давай вот такую вот какую-нибудь прикупим. Основание будет под бук. Нет, не под бук. Нет, не под вяз. Под ель. Нет. В жопу. Белое будет. Матрас будет голубенький. Нормально, нет? Да нормальный, а чё нет? Серый прям какой-то. А дуванчики? Класс. Это очень здорово, но нет. И двери будут... Ого! Первый цвет. Второй цвет. Серьезно, что ли? Так, вот это все вот этого цвета. Вообще все в серый цвет по-хорошему покрасить. Кровать должна быть серая. Или белая, хер его знает. Хотя здесь все серое. А, это у нас единственное, что это серое, это... Почему все выбрано белым, а... Выглядит белым только дверь вот эта. Хрен его знает, да? Я тоже не знаю. Нет, не ставится сюда. Нужно у двери, получается, ставить. А здесь будет у нас... А, ничего не будет здесь, в шкаф. И здесь будет какой-нибудь такой этот... полочка какая-нибудь. Стеллаж, например, или комод вот такой. Тоже будет здорово. Так, стеллажи, кровати, столы, стулья. Да, вот этот стеллаж. Светло-серый. Но не в белый, а в бук. Нет, не в бук, а в... Но почти... Вот в ель. Вот по-хорошему-то в ель. Кедр очень темный, а вот вяз... Вяз, бук... Давай вот так оставим. То есть ты в детской жить, что ли, будешь? Не, дружище.
Здесь может поспать ребенок, здесь может поспать ребенок. И очень все здорово получается. То есть семья сейчас на первом месте. Здесь вот эта комнатуха будет для взрослых, для мамы с папой. Получается, нужно здесь... Ну-ка, нажми на мебель-то. Не хочешь, представляешь? Для спальни. Кровать должна быть большой, удобной. Естественно, никак иначе. По типу вот... Да что я ищу-то? Кровать нужна. Кровать нужна, кровать. Вот такенская. Вот такенская, но светлая. Вот такая вот. Нет, вот... Нет, это прям... Вот... Вот такая, наверное, да. Застелена будет она у нас с тобой... Вот такой давай купить сейчас. Вот как-то она не выглядит огромной, большой и удобной, но... Что ж поделаешь. Вообще нужна прикроватная тумбочка у обоих людей, но... Ввиду здесь маленького места, хотя можно вот так вот поставить кровать... Тогда ходить будет неудобно. Тогда будет неудобно ходить. Хотя, что будет неудобно-то? Все будет чики-пуки. Вот, хотя здесь я вот не залезаю уже. Ну, передвинем сейчас. Что, жалко, что ли? Вот так. Все, вот здесь я пролезаю. И сюда я могу пройти. Выйти, вот зайти. Здесь будет прикроватная тумбочка. Но сначала мы покрасим стены. Стены... будут у нас с тобой покрашены, вот, будут обои. Ой, не, какие молдинги-то. Настенные панели. И настенные панели будут цветом таким совсем вовсе нейтральным. По типу, вот, обои цветы, обои алмаз, обои бамбук, упаковка панелей, наружные панели. Нет, это все ерунда. Получается, нужно нам с тобой... цветочки. Я не знаю, ну просто... Просто я даже вот серьезно, я не могу предположить, что нам нужно. Ой, а это что такое? Это не те панели-то, я тебе продать должен был. Ты что, не продал их, что ли? Ну, видать, нет. Видать, я прозявил этот момент... И получилась вот такая вот история. А, кончилась плитка. Плитка, блин, какая плитка? Ты обои кладешь. Клеишь, тем более. Вот, я, скорее всего, вырезал, наверное, вот эту вот часть с... Какую-то часть с ремонтом. Потому что я тут очень долго ходил, бегал туда-обратно, сюда, туда-сюда, туда-сюда. И думал, что же мне сделать нужно. В итоге пришел к выводу, к такому выводу, что я в целом-то уже почти все сделал, и вот крашу откосы. Как бы я здесь воткнул вот эти вот вырви глаз белые дверные коробки. Они прям реально очень-очень яркие. Прям действительно очень яркие. Ну что же поделаешь, я думал, они хоть немножечко будут погрязнее, но нет. Они больно чистые. Они больно чистые, аж светятся в темноте. С комнатой родителей мы разобрались, как. Мы хотим поставить сюда, как ее называют, мебель в спальню, какую-нибудь прикроватную тумбочку сначала. Правильно? Правильно. Вот в таком цвете. Купить несколько. Нет, нихера не в таком цвете мы хотим купить. И не в таком. Но должен быть такой цвет. Я не понимаю, так как это работает здесь, вот эти вот подбор цветов. Еще батарейка это мешается. Погоди-ка. Ну, что ты делаешь-то?
вот так как-то должна стоять прикроватная тумбочка, еще одна. Но в целом-то выглядит еще, ну, сносно вполне. А вот здесь должен быть, как он называется правильно, не помню, представляешь, забыл, как называется эта ерунда. Туалетный столик как раз, да, только он называется немножко, по-моему, по-другому. Туалетный столик. Трюмо, вот как он называется. Туалетный столик. Ну давай комод с зеркалом вот такой вот туалетный столик поставим. Наверное, вот в таком цвете. Ручки будут лучше черные. И поставим вот сюда. У входа. Естественно, у входа, потому что, ну, типа, ты собираешься куда-то, да, сел здесь, вот пуфик нужен еще. Сел у входа, посмотрел, что там к чему и почему, и пошел по своим делам. Пуфик узенький нужно купить. Вот такого цвета где-то. Вот так вот сюда вот поставить. И все, вот здесь посмотрел и пошел. Чутка вот отодвинуть надо его вон туда, чтобы он не мешал проходу. Вот, вообще красота. И думаю, что с этим мы решили. Двери давай сделаем. Поставим дверцы. А то больно уж здесь светло... Ой, светло. Больно здесь просторно стало. Межкомнатная дверь для ванной. Вот такую вот дверку для ванной придумаем. Ель первый цвет. Не, ну это глупо, да? Вот этим цветом и закроем. И все. Она будет глухая и не будет ничем выделяться. Поэтому все. А почему ты... Ёб твою мать, серьезно, что ли? Это со своей коробкой устанавливается. А можно без коробки? Я не хочу в эту коробку вставлять. Я для чего свою вставил коробку? Ты мне расскажи. Досадно, досадно. Ну а что поделаешь? Третий, первый, десятый цвет. Ну, это получается со всеми дверями так будет сейчас. Мне нравится, слушай, вот это красивая дверь. Ну и такую же поставим на выход, только это была для ванной комнаты, а это, получается, будет у нас с тобой дверь обычная, межкомнатная. И, естественно, с цветами вот с такими же. Купить сейчас. И, естественно, она, блин, хрен купится и хрен поставится сюда, потому что я раму влепил уже. Здесь ручка с этой стороны. Вообще, правильнее было бы поставить ручку с другой стороны-то, да? По-хорошему, да. Ну ладно. Ты что завис-то? Эй! Молодец. Отвис. Здесь дверь для ванны, опять же. Есть здесь еще? Да, есть дверь для ванны еще, но... Мне не нравятся такие двери, как они здесь выглядят. Такие темные. Хотя, сапеле. И сама дверь должна быть цветом таким, знаешь... Сапели. Каким она должна быть цветом? Темная ручка и черная. Не, ни хрена не черная рама. Тоже такого же цвета. Купить. Посмотреть, как должно. Но нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай посмотрим, как должна выглядеть сама дверь. Какого цвета примерно должна быть она? Под вишню норм будет? Нет. Слишком ярко. Кедр. Кедр же нажал. А, я не нажал купить. Кедр. Слишком светло. Орех? Ну, плюс... Нет, подожди. Вяз американский. Это очень светло получается. Значит, может, кедр все-таки? Двери разные, блин, мне не нравится, что они разные.
В жопу, давай межкомнатную всунем сюда. Вот токенскую. И мучиться даже не буду. Ручку черную только сделаю. Купить. Купить. Опять я с этой... Блин, уберитесь отсюда. Просрал денег просто на это и на этих рамах, и все. Так, так, все. Выход. Входная дверь получается. Это же входная дверь получается. Ну, как бы гараж это уже улица, можно считать. Ладно, давай. Не будем думать. Сейчас поставим двери в детскую. И две входные захреначим. Почему вот здесь вот... А, это же задний двор. А, получается, здесь же вход-то нужен. Ёлки-палки, я что-то вообще запутался. Домина отстроить себе, а потом мучайся. Где здесь двери? Двери входные мне нужны. Мне нужны входные двери. Входная дверь будет вот такая. Мне нравится такой типаж двери. Он будет под американский вяз, естественно, и с черной ручкой. Купить сейчас. Это самое светлое дерево, которое есть, поэтому... Ну, поэтому вот так. Ну-ка. Нормально выглядит? Ну, плюс-минус, хрен знает. Так, это закрой. Это закрой. Это посмотри. Вот это ерундистика, я не знаю зачем. И что с ней делать? Тоже сюда засунем эту межкомнатную дверь. Почему нет? Межкомнатная. Межкомнатная, покрасься, покрасься. А ручки я черные делаю, да? Или нет? Здесь черное, здесь не черное. Здесь черный, короче, в большинстве случаев черное. Счеришь жопу, блин. Да пофигу, пофигу, все. И здесь тоже будет не входная, а межкомнатная, потому что она будет очень сильно выделяться, если я поставлю сюда межкомнатную, ой, эту входную дверь. А вот так просто одинаковые двери, все одинаковое и красиво. Давай коридор еще этот покрасим весь, чтобы он у нас с тобой был... цветом каким-то нормальным получается, чтобы он как-то хоть как-то приобрел какой-то цвет, какой-то стиль свой. И на этом, наверное, мы продадим, закончим, продадим. И, наверное, все. А в следующей серии мы уже начнем выполнять задание. Так, если с краски, краски, а краски в какой цвет можно это все забубенить? Можно все это... А я даже не знаю, такую огромную комнату в какой цвет-то можно покрасить. Вот это, блин, сложно. Это сложно, на самом деле, сложно. Такая палитра, что у меня разбегаются глаза. Может, настенные молдинги какие-то залепить? В дерево, нет? Обои я клеить не хочу. Обои это прям такое себе, тем более для огромной гостиной. Хотя вот такие вот можно было бы заделать. Я много где видел такие вот. Ну, типа разрисованные. А чё бы нет? Обои волны, обои цветы, обои алмаз. Это наружные панели, это нам не нужно. Давай вот. Такая, блин, безвкусица ж получается. Абсолютная безвкусица. Не, мне не нравится. Мне не нравится. Давай в цвет покрасим его в какой-нибудь... Ну, в какого можно покрасить? Здесь у нас что со стеной? Здесь кирпичная, а дальше опять идет... покрашено в зеленый в какой-то. Зеленый в целом здесь подходит, поэтому давай покрасим в лайм. Где он тут? Гипс. Нет, гипс мне не нужен. Мне нужен молоденький бутон. Утренняя желтизна. Нет, мне нужен вот, типа весенней травы. Давай весеннюю траву покрасим, все. Ну почему нет? Типа, да почему нет? Все в зеленый цвет просто сейчас перекрашу, да и все.
Это было самое, наверное, глупое мое решение за всю вот эту вот серию, но... Ну, я не знаю, какой здесь цвет можно еще выбрать. Я человек простой, я могу сделать правильно, если мне только напишут как. То есть я же не особо вижу полную картину и что хочет заказчик. Тем более заказчика как такового нет, заказчик здесь я. А мне в целом и так нравится. Угу. Долго очень красится. Хотя здесь, скорее всего, больше то долго красится из-за того, что объем большой работы. То есть стен очень много. Так-то, если посмотреть, я уже вон сколько покрасил, а прошло времени, то всего ничего. Так, а здесь бы я покрасил. Вот это тоже бескусица полнейшая. Сейчас мы сделаем еще более безвкусную безвкусицу. Так и назову, безвкусная безвкусица. Серия. Так и будет называться. Ну, потому что я не знаю, у меня вкуса абсолютно нет как такового. То есть я со стилем дружу на вы просто. С цветовым восприятием, я не знаю. Я могу сказать то, что мне понравится, это будет красиво. Но самому что-то подобрать... Это очень сложно. Я не смогу соединить два цвета, чтобы они выглядели красиво. У меня с этим большие проблемы. Честно тебе говорю, вот реально ты это можешь наблюдать сейчас вот в этом видео. Может быть, конечно, тебе понравится этот цвет и понравится этот ремонт, но это не значит, что у тебя хороший вкус. Это значит, что у нас у обоих с тобой хорошего вкуса нет. Хотя, как я уже говорил, вкус — это понятие относительное. То есть одному нравится, другому не нравится. И всем не угодишь, естественно. И поэтому глупо судить об этом. На нынешнюю моду, если посмотришь, то там просто крах. Там смотреть не на что. А людям нравится. Люди считают там что-то модным. Поэтому мы с тобой вообще сейчас все сделаем так, чтобы... Красота была. Смотри. Ляпота, ляпота. Осталось еще немножечко покрасить. Вот эту стеночку. Хотя вот здесь по-хорошему идет отделение. И можно было бы вот эту вот... Эту вот забубенить вообще в кирпич. Хотя в кирпич вообще не круто. Ой, да ладно. Не, ну это прям реально как в дурке будет. Здесь нет отделения под гостиницу, не под гостиницу. Ну, под гостиницу, под эту, под гостиную или не под гостиную. Покраска быстрее на 75, красить истинный. Расход краски на 20% меньше. Мне сказали, что так будет валик меньше расходоваться, и, соответственно, краски будет уходить меньше. Так что мы сейчас посмотрим. Сколько? 662 стены, прикинь, еще надо будет покрасить. Стену в гостиной как можно сделать? Не знаешь? Я тоже не знаю. Может, вот какой-нибудь вот такой вот темных узких панелей? Да, наверное, вот это вот. Красота, красота. Так, и, наверное, вот вровень вот так вот отделим, чтобы было. Так, нет, это не сюда. Творится, представляешь, вот я пытаюсь в дизайн. У меня это, конечно, с переменным успехом получается, но не прям. Вообще, по-хорошему, здесь кирпич нужен был. Да, здесь нужно было бы делать кирпичом все. Зря я это сделал сейчас. Стены, плитка под кирпич. Керамическая 3D-плитка.
купить. Вот такая вот должна быть. Это я тебе точно могу сказать. Ну, выглядит так себе, конечно. Да, так себе. Не хочу такую плитку. Подожди. Вот так положу. Так нажму. Вот так тоже нажму. И пойдем в магазин еще раз, посмотрим, что здесь еще есть. Такого темненького. Мне нужно что-то темное. Мне нужна темная настенная плитка. Под кирпич, естественно. Темный настенный кирпич. Может, это все в настенных панелях есть? Я просто проглядел. Да, вот, наверное, упаковка. Только темный мне нужен кирпич. Да, вот такой вот. Купить несколько. Положим вот так. Двух, я думаю, за глаза. А, это он и есть. Вообще красота, смотри, попал. Да? Да, да. Угу. Вот это можно продавать уже. И берем зеленую краску, естественно, дальше красим. Я думаю, так оно будет самым лучшим вариантом. Че, все, кончилось? Краска кончилась, представляешь? Кончилась краска. Так, ну нужна зеленая краска еще. Вот такая, но только М-ка скорее. Да, все, скорее всего, мне хватит М-ки. Я думаю, даже останется чутка. У нас же все-таки сейчас с тобой прокачан навык. По-моему, даже уже... Ай, блядь. Уже заметно, что... Краска стала расходоваться более экономно. Я вот сейчас вот накосячил. Вот. Надо было просто покрасить в зеленый цвет белый откос. Я человек-косяк, я вот что могу сказать тебе. Угу. Да, хватит я. Да, вообще отлично, хватило даже. Представляешь, краски. Так, 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 смотрим. В целом так безвкусно, но выглядит нормально. Плюс-минус, хрен к носу. Парарарарам. Придется покупать нам сейчас белую краску. И... Знаешь, что самое обидное будет? То, что у нас его сейчас дорого не купят. Скажут нам, вот, у тебя там какого-нибудь шкафа нет. Поэтому мы у тебя дорого не купим все это дело. Тогда я обижусь. Но семья на первом месте стоит, следовательно, она у нас, наверное, все прикупит. Давай определимся с мебелью на кухню. Мебель кухня. Кухня и, естественно, есть тут целые эти кухни, нет? Есть. Классический угловой. Вот мне нужен вот такой вот классический угловой комплект. Ой. Ну, в белый цвет к полу примерно, да? Черные детали, отделка... Отделка темным цветом. Не, лучше белым, хотя она будет запачкиваться, но что ж поделаешь. Вот что можно сделать здесь еще? Белый цвет, блин. Детали черные. Отделка, если черную делать отделку, то не очень классно выглядит. Можно с серым. Под серую древесину можно сделать. Вот так вот, наверное, будет вообще классно. Осталось только понять, куда ее приделать. Но можно... Я знаю, как сделать правильно. Давай. Как жаль, что ее можно только так передвигать. Продать эту ерундовину, как мне сказали, можно было ванную там прикупить. Вот так вот сделаем.
не комплект, а как это правильно называется? Сантехника. В сантехнике в... Блин, нет. Стиральная машина. Сантехническая система. Купить сейчас. Вот где-то здесь. Поставим пока что сюда. А вот это чудо света мы прилепим вот сюда. И все равно, что там окна вообще, да? Тогда, короче, мы делаем вот так. Вообще все в корне переделываем. Вот здесь строим стену. Слишком мало места. А что тебе мешает поставить стену? Вот это? Сломать нужно, что ли, получается? Да ладно тебе. А может быть, низкую нужно было стену влепить? А, нет, это как раз-таки это и есть. Чего ее снизу нельзя... А, притолок. Притолок какой-то. Кто бы мог подумать, что мы сейчас вот так вот будем делать? Я тоже не знал. Ну а что ж поделаешь? Какая жизнь? Отлично. Вот так вообще классно. Классно, классно выглядит. Вот здесь можно даже столик поставить. А вот здесь будет стиральная машинка, естественно, стоять. Разгром. Разборка быстрее на 25. Сил увеличена. Разборку будем прокачивать. Цвета на кухне я еще не придумал, какие будут. Зеленая краска у нас отсутствует, естественно. Молодцы, мы же ее закончили уже и ту продали. А почему нет? Магазин. Весенняя трава называется. Разве не просто зеленый назывался? Купить сейчас. Красить. Красота. Неописуемая просто. Пока не будем удалять ничего. Мало ли что. Мало ли что приключится. Мы же не знаем, что у нас в следующий раз случится с... краской, со стенами, еще с чем-нибудь. Здесь каким цветом мы сделаем кухню? Кухня каким цветом будет? Стены. Стены, краска. Краска и получается. Ну, какой-нибудь тоже светлый тон должен быть. Серый какой-нибудь. Серый, не серый. Ну, а что можно еще приделать сюда? Блин, блеклый лимон давай. Почему нет? Красим, вот во что получится, красим. Меня там в комментариях писали, типа, вот, а что ты садом не занимаешься? Ты представляешь, сколько это времени будет занимать? Если бы я тут сидел бы для души и играл бы, никуда бы не нужно было бы идти. Я бы сидел тут и 3 часа бы занимался этим вот покрасками и в саду бы что-нибудь расставлял. Тогда бы да. А так как я записываю все это дело, то это как-то вообще не круто было бы. Угу. На самом деле полезный навык вот эта экономия... краски. Вон, смотри, сколько я сэкономил уже. Я целую стену покрасил. Просто целую комнату покрасил одной банкой маленькой. Ну, не маленькой, а средней краски. Вообще красота. Вот это можно уже продать, я думаю. Сука. Тупой, ёб твою мать, продал.
Серьезно, вот представляешь, вот насколько я делаю быстрее, чем думаю. Торопыга. Очень плохое качество, с одной стороны, а с другой стороны, очень полезно иногда. Так, здесь ставим, значит, машинку стиральную. Угу, угу, угу. Недавно купленная есть, тут у меня нет. Последняя купленная. Блин, нету здесь. Машинка. Машина. Стиральная. Мне нужна стиральная машина. За 23 тысячи купить. Чего? А, ёпта, отвинтить, небось, нужно. Вот он не пишет «отвинти». Я взял сейчас, хотел купить, а он не покупает. Он, точнее, не ставит ее, представляешь? Вот и как, и думай, сиди, что случилось, что не так, что здесь нужно сделать. А потом оказывается, что просто нужно было открутить винтики какие-то. Вот так вот. Давай, закручивай давай. Давай же закручивай. Опа. 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 Ну. Красота. Красота. Вот сюда стол сейчас поставим. Так, ну нужна мебель в столовой. Мебель столовая. Мебель столовая и вот такой светлый стол. Купить сейчас. Ой, блядь, какой он огромный-то. Не, он такой огромный мне не нужен. Не настолько большой я хотел стол. Мне нужен стол, но не такой огромный. Вот такой классический стол для столовой, наверное, подойдет. Это какой? Белый. Это не белый, это серый как раз-таки. Это серый, да, это вот серый как раз. Ну, давай вот так поставим. И стулья к нему приделаем еще. Стулья тоже такого же стиля должны быть. Тоже где-то в конце, внизу, нет? Че, серьезно, нет такого стула? Такого же резного, красивого, всего навороченного. Нет, представляешь? Представляешь? Нет. Значит, будут вот такие стулья. Купить сейчас, купить несколько. А тут один будет машинку придерживать стиральную. Так, продать, естественно. Продать, естественно. Продать, естественно. Блин, а вот тут дверь стоит. Здесь все двери стоят в эту сторону, а тут в другую. Ай, что за косяк? Что за косяк? Это здесь вот двери. Двери. Дверь межкомнатная. И вот в такой цвет. Ручки черные. Нет, не то. Ручка черная, купить сейчас. Вот так. Все. Да, 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 да. С гаражом делать мы ничего не будем с тобой. Ой, это не гараж. Гараж последний. С гаражом сделать здесь, в принципе, ничего не будем. Он как бы и так хороший. А здесь поставим еще диван. Вот здесь диван поставим, а вот сюда вот телевизор можно повесить. А вот это чудо-юдо передвигается, нет? Да, передвигается, поставим его куда-нибудь вот сюда. Да, более-менее ровно. И телевизор на стенной повесим. Телевизор. Телевизор. Подвесной. Подвесной купить сейчас. Вот сюда и диван. Гостиную. Мебель. Гостиная. Гостиная. А вот она. Гостиная, диваны. Диван такой должен быть обычный. Обычный диван. Вот, вот такой вот, кожаный диван. Да, в принципе, даже в цвет почти попадает, только он немножко светлый должен быть. Ага. Подушки могут быть даже вот... Нет. Не-не-не, ужас какой. У тебя подушки должны быть в цвет. А это что, ножки? А вот ножки должны быть, да, вот такие. Купить...
Не очень пызорно выглядит, нет? Да нет, наверное, нужно его просто чуть левее поставить. Вот так. Вообще красота. И картину какую-нибудь. Есть картины здесь? Картина. Какая-нибудь классическая такая, чтобы... Ну, не то чтобы прям классическая, просто вот нейтральная, типа природы или чего-то такого. Вот «Березовый лес», например. «Серое безумие». Вот «Серое безумие» — огромную картину хочу «Серого безумия». Нет, это прям реально безумие. М-ку давай. Все, вот, вот так, в принципе, мы и оставим с тобой этот дом. Так он будет выглядеть. Неплохая картинка. Хотя, может, с декором еще что-нибудь придумаем, не? Что тут с декором можно сделать? Можно. Камин и зеркала. Зеркало можно на вход повесить. Такое вот со светлой каемкой. Вот сюда на вход. Чтоб смотреться можно было. А еще ковер какой-нибудь есть тут, нет? Пол. Ковровая дорожка. Нет, ну это совсем уже колхоз. Вот вилком, как говорится, наружу. И еще что можно сделать с декором? Растение поставить какое-нибудь большое в уголок. Прям The Tenants пошел. Большое растение в угол. Диффенбахи, щучий хвост. Вот фикус эластичный. Вот фикус эластичный классно будет поставить. Не, в белом горшке лучше пусть стоит. Вон там в углу. Да и хватит с декором, с этим. А где цветы? Где цветы? Вот цветы. Давай на этом заканчивать. Давай продадим дом. Выставить на аукцион. Час 30 потратили, ошалеть. Выставить на аукцион. Негде готовить? Плиты же нет, Нет плиты, я забыл плиту поставить. Ты представляешь? А, плиты нет, не хватает большой гостиной, это чем тебе не гостиная. Ну ладно, 2200 мы сбрышили. Все-таки на, как их называют, на бункере гораздо больше мы с тобой зарабатывали. Но, что ж поделать? А Shift Enter можно поторговаться? На миллиончик можно? Не на миллион, а на 599. Так, а было сколько? 2800. Все. За 2800. Окей. И, естественно, мы с тобой принимаем предложение. 2800 сбарышили, и у нас все стало отлично. Итак, спасибо большое за просмотр. Ставь обязательно комментарии, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. В следующей серии мы с тобой будем проходить миссии, наконец-то. И пока. Сейчас мы загрузимся, прям чутка загрузимся и попрощаемся. Пока.